Всем приветики, нигеры! С вами Дейдара 2, а не один. Давно вы, наверное, не слышали мой голос и соскучились по нему. Некоторые, наверное, ждут Дейдара шоу, но пока мне лень его делать, честно скажу, и не всегда есть время, чтобы его сделать. Поэтому Дейдара шоу на какое-то время отложится. Если повезет, то, может быть, оно будет в этом месяце или в следующем. А вот видео с играми делается, естественно, легче, и поэтому представляю вам Fortnite. Поиграем, девочки мои. Так, куда бы нам лететь? Может быть, в мотель или стихийную свалку? Обожаю просто вот эти места, не знаю, вообще вот эту вот местность. И вот это вот тоже точка, просто, не знаю, очень-очень нравится мне, скажем так. Я выиграл недавно два раза эту королевскую битву, и поэтому у меня появился вот такой вот зонтик. И другой зонтик, но тот зонтик больно палевный, хотя я его использовал постоянно. Когда ты приземляешься, мне кажется, тебя с ним очень прям видно. Персонаж мне, в принципе, этот нравится, который, как вы догадались, я купил специальную фигню, там что-то она стоит недорого. Это первоначальный бустер, он там 150 что ли рублей стоит. И дается валюта, костюм, вот этот вот сзади рюкзачок. Короче, за валюту можно купить эмоции и тому подобное. Ладно, начнем играть. Кто захочет, тот посмотрит. Мы видим, один чувак прифигачился туда. Если нам повезет, он нас не завалит. Перед тем, как мы завалим его, да? Естественно. Блин, тапочка. Тапочка убежала. В идеале нам нужен шотган, конечно. Блин, что-то лагануло. Увидели, да? Лагануло чуть-чуть. Слышу, чувак рядом. Внутри, походу. Он где-то там. Блин, не вижу его. Куда он смотался? Есть, попал чуть-чуть. Это было весело, но честно вам скажу, я сделал глупую ошибку. Ну, смотрите, я, по-моему, не снял защиту, потому что у меня были
синие хитпоинты, это значит, у него была защита уже. То есть неравный немного бой был. Но какую я сделал ошибку? Я прекрасно ее видел, но все равно мне просто захотелось так сражаться с этим чуваком. А моя главная ошибка это то, что я полез в сражение без шотган. То есть, когда вблизи, надо использовать шотган. И издалека подойдут автоматы и гранаты. Вблизи в основном шотган. Издалека еще, прям вообще издалека, снайперской винтовкой. Вот такой шотган стреляет хуже. Он стреляет два выстрела, и видите, после каждого почти он перезаряжается. Он даже... Нет, точнее, он даже стреляет как бы... Не два выстрела. Он типа 5 стреляет, но после каждого выстрела идет перезарядка почти. Хоть и более-менее быстро, но все равно. Здесь, да, вы можете потренироваться, тусить. Ага. Подбирайте оружие без патронов. Ладно. Через 10 минут автобуса я пока глотну кофе. Кофе это шикарно. С вами Дейдара 2, а не один. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не будьте лалками. Только будьте лалками и будет печально за вас, потому что вы лалки. Так. Вот еще, кстати, мини такой лайфхак, да, то есть когда ты летишь вот так вот, надо смотреть, какой зоны как бы больше. То есть вот здесь больше зоны, здесь, как вы видите, меньше зоны. Вероятность того, что люди будут посередине, очень высокая. И вот эти вот места, они будут заполнены просто. Как и, собственно, вот эти вот. То есть, желательно, если вы хотите выжить, куда-то туда, вот вверх, что, в принципе, я сейчас и сделаю. Я лечу на одно из своих любимых мест, это стихийная свалка. Да, брошенные башни собираются убрать из игры, потому что это больно читерское место, и реально там очень много людей. И кто там выживает, у того вероятность... стать номером один, ну, попасть, ладно, в первую десятку больше. Так что брошенные башни немного читерское место, даже сами разработчики это подтвердили там, и собираются убрать его из игры. Иногда у вас вибрирует джойстик, вот сейчас он, кстати, почему-то не вибрирует, но раньше вибрировал. Это, типа, говорят, комета, которая надвигается, типа, мол, на брошенной башне, и брошенной башни не будет, будет там новое какое-то место, но это мы увидим примерно через, наверное, 1,5-2 месяца только. Вот так вот. Что ж, поиграем. Поиграем, был нет. Чем хороша эта стартовая точка, да? Тем, что здесь всегда есть лут. Есть патроны. Можно еще туда сверх, короче, прифигачить. Вот здесь очень много дают, как вы видите, камня. Вот здесь очень много дают дерева. То, что тоже очень хорошо для начала. Это более-менее такое место для начала. Но когда ты играешь один или вдвоем. Естественно, командой ты сюда не полетишь. А вот мое любимое место, в принципе, стихийная свалка. Так как люди тоже умные, их частенько, короче, они фигачатся именно сюда. Сначала не спешите, просто надо подождать. Вот, видите, там кто-то есть. И он меня увидит, наверное, скорее всего, но мы постараемся, как всегда, сделать все побыстрее и так сильно не тупить, как в предыдущем, в принципе, бою, который вы видели со мной.
если есть возможность, всегда меняйте вот на это оружие. Свой дробовик. Блин, закрыл я себя тут. Скажем так, это был отвлекающий маневр. Понятия, где этот чувак, но где-то там. Это я вам прям стопудов говорю. Как он рушил что-то там, и скорее всего он либо засел там, либо уже убежал. Потому что он понял, что тоже не один находится тут. Бинты лучше все время брать с собой. Не люблю этот смех. Хорошего этот смех, по-моему, если я не ошибаюсь, символизирует, что тут автомат. Откуда этот смех идет, надо понять. Ё-моё, разнесли до за временем. Ох, вот это косяк. Блин, капец, я сильно накосячил. Блин. Меня, походу, ничего сейчас уже не спасет. Но стоит попробовать. Блин, точно время. Я что-то на время не совсем забыл. Чем плохо, когда я разговариваю, я забываю следить за этим таймером. Сегодня будет еще одно видео, где мы играем уже с другом. Он, скорее всего, не будет знать, что идет запись, но запись будет идти. Так что ждите с нетерпением и трепетом. Блин. Печалька. Не повторяйте мою вот эту тоже дурацкую ошибку, что я там заговорился. И теперь бежать. Не, в принципе, конечно. Хотя вряд ли, наверное. Если аптечку где-то по пути встретить. Прям аптечку, не вот этот вот бинт. Да, когда у вас почти 30% здоровья, лучше используйте бинт. Пофигу, остановитесь. Так, надо как-то до брошенных башен, что ли, добежать. Если я смогу. Кто-то решает уйти пораньше. Осталось 27 человек. Зато, ребят. Можно поменять, кстати, как раз локацию. Хорошо, я взял 15 этих бинтов, блин. Да, долго он, конечно, фигачит. Давай. Чем еще хороша аптечка, с ней ты бежишь быстрее.
То есть ее даже выгодно не использовать. В принципе, ребята, у меня есть шанс. Есть шанс сейчас пробежать, если я через подлый пруд просто как какаха просто. Вот. По-другому я даже не знаю, как это объяснить. Побегу тут. Шанс. А, блин. А, вот это вот. Это плохо. Ну, шанс есть. Как говорится, шанс есть всегда. Так. Блин, нет. А вот сейчас уже плохо. Очень-очень плохо. Что делать? Что делать? Придется вот так прыгать. И мы поздравляем. Мы почти добрались до конца этого круга, этого ада, блин, который меня убивает просто. Дико меня убивает. Вроде там никого нет. На всякий случай. Вон, вижу, там оружие лежит. И вы видите, наверное, тоже. То есть там в идеале есть аптечка, то это вообще четко. Но, скорее всего, ее там нет. И могут ожидать какая-нибудь засада, типа снайпера там. Ох ты, блин, 8 секунд осталось. Вижу, что меня, да, уже скоро догонит опять эта фигня, но перестраховаться никогда не будет поздно. Все прокакал я, все прокакал, скажем так. Мой единственный ресурс сейчас будет. Там можно тут немного зависнуть. Ну, попробуем выжить подольше. Что сказать? Фух, слава богу, выбрался из этой фигни. Видите? Ничего в этом хорошего нет. Помечу себе, куда идти. Оружие не супер. Что делать? Блин, походу туда надо. Ух ты, ух ты, блин. О, жесть. Просто жесть, сразу со всех сторон началось. С этой летит, с этой стреляет, блин. Да, открытые декорации в конце, это плохо. Не надо было так делать, но что поделаешь, я так сделал. Дейдара 2, не один.
Иногда играю нормально, иногда туплю. Реально, иногда просто прикольно. Я просто стараюсь играть иногда просто как хочется. Скоро 50 левел. Звездочки. Да, V-баксы. Нужно больше V-баксов. Как вам единорог? Попадаю не в голову, наносит больше урона. Цельтесь в голову. Да ты баю. Яры даже. Куда, ребят? Этот зон тоже четко. Но не сейчас. Погнали. Не, даже вот, вот сюда. Яху! Судя по всему, скоро на видео подойдет к концу, но вы не скучайте. Всегда можете подписаться на канал и посмотреть другие видео по Fortnite. Fortnite видео много. И еще будет, наверное, много. Ну и по другим играм тоже будет иногда. Иногда. Да. Недавно, кстати, в Injustice сыграл. Что-то он, не знаю, не так сильно мне зашел, как его расхваливали. Во второй Injustice. Не первый. Второй уже давно был пройден. Со времен PlayStation 3. Когда он только вышел. Оружия нет. Плохо. Арбалет, блин. Да. Поверьте, арбалет это не то, что вы хотите видеть в начале своего пути. Ну, конечно, неплохо иногда, когда у вас, к примеру, нет оружия, или вы сидите в башне с кучей оружия, и когда у вас только арбалет. Что за... Почему я прыгаю? Еле-еле. Сейчас. Ну, туда пойти. Теперь резко передумал, когда увидел, куда надо. Блин, я хотел, кстати, в Акроанархии. Прям как чувствовал. Думаю, может, в Акроанархии, потом такой, не. Слишком палевно бегу. Четко с таким оружием бегать. Вообще прям царь и бог этой игры. В кавычках. С арбалетом это да. Давай хоть. Любое нафиг, другое оружие. Вот уже что-то. Там, по-моему, что-то было, да? Тоже слышали там. Это ё-моё, не то что я даже вижу двух там чуваков, жесть, даже а чувак сюда бежит четко. Блин.
Смотрите, тут два чувака. Посмотрим. Кстати, четкий костюм, самый дорогой, правда, в игре пока что. Прикольный. Чувак, я вообще офигел. Да, получается, этот чувак убил-то. Да, и не тот. Сбоку в меня стрельнул. Походу, лаганул, но я тоже немного Бэтмен стрельнул. Ну что, с вами был Блейдара 2, а не один. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, у нас получилась не такая, наверное, идеальная игра, как вы думали, но получилось все равно прикольно. Блейдара 2, не один. Yeah. Уровень 51. Блейдара 2.